счастье. Первый раз возьму на руки, все пойму, все расскажу обязательно. Впечатления, нервы. Самое лучшее, любимое. Голос про... Дорогая, спасибо тебе за дочку. Нет, нет, слова радости не передать. Я сейчас чувствую радость за то, что наконец-то нас выписали. Мы едем домой. То, что папа увидел свою дочку. И, в общем, то, что мы теперь все вместе. Самое лучшее, самое красивое, самое любимое. Да, я стесняюсь. Тяжело, но эта тяжесть как бы стоила того. О, зевает. Поддерживал меня всю беременность, когда начались роды. Тоже не растерялся, помогал как мог. В первую очередь здоровье, чтобы у нас в семье был вырос вот богатырша дочка. Чтобы мы были всегда вместе. Были счастливой семьей, росли, и чтобы дочка радовала нас. Чтобы у нас все было с ней хорошо, у нас, у троих, и будем думать насчет еще одного. Здоровья, чтобы умненькая, крепенькая была. Всего-всего. Дочурку мы тебе с папой очень сильно любим, и у тебя все будет хорошо. Мы сделаем все, что сможем. Самая любимая, первая внучечка, здоровье, чтобы она маму не огорчала, папу не огорчала, чтобы все у них было хорошо и счастье. Сегодня замечательный, счастливый день. Мы встречаем правнучку, замечательную, красивую девочку, которую мы долго ждали. И очень-очень рада и счастлива. Сегодня у брата дочка родилась. Я, наверное, даже счастлив больше его, честно скажу. Ну, а так счастье, здоровье, а там в основном, чем сможем, тем поможем дальше. Чтобы дочка росла, была умницей, красавицей, чтобы слушалась родителей. Это для нас очень желанный, очень долгожданный, невозможно красивый, самый красивый ребятенок. Мы его очень долго ждали, наконец-то дождались. Очень хочется, чтобы она выросла у нас самая красивая, самая здоровая, самая счастливая. Ну, а мы все вокруг будем стараться, конечно, чтобы у нее было все. Да, и самое счастливое детство. Хотел бы поздравить Настю и Олега с пополнением семьи. Они молодцы. Я их очень сильно поздравляю. Из нашей банды они первые решились вот, создать такую хорошую семью. Надеюсь, то, что у них все получится, будет все хорошо с пониманием. Лиза не будет их огорчать, будет только радовать, помогать. И надеюсь, она вырастет умной, талантливой, потому что в семье, в принципе, все талантливые, насколько я знаю. Настя увлекается живописью, очень хорошо рисует и музыкой. Не, Олег ее дополняет, у него с музыкой все-таки получше будет. И надеюсь, то, что у них будет очень крепкая семья, и все у них получится в этой жизни. А мы будем им помогать, поддерживать их. Ну, я хочу поздравить мою любимую внученьку с доченькой, с моей правнучкой. Я уже прабабушка, у меня их много, конечно, но Лизонька у нас самая маленькая. И хочу, чтобы она росла здоровой девочкой, красивой, умненькой, и чтобы радовала нас всех.